У меня тут кофе, а жена сделала. Здравствуйте всем, спасибо вам большое за внимание. Сегодня мы имеем время русского языка, потому что русский будет объяснен. Сегодня мой гость, моим гостем является мой друг, депутат Верховной Рады Украины, Игорь. Ус, Уси. И прошу представиться более точно, если что-нибудь я забыл, какие-нибудь регалии твои, там, комитеты, послужной список. Всем привет. Меня зовут Игорь Гусь, 41 год, по специальности политолог. Я уже второй созыв в парламенте заместитель комитета по местному самоуправлению националист за идеологическими устремлениями. Да, я с юности занимаюсь националистической деятельностью. Был главой такой организации молодежный национальный альянс. У нас уже 9 моих ребят на фронте были убиты, к сожалению. Вот это те ребята, которые были в нашей организации. Я главарь комитета такого фестиваля в Украине Бандерштадт. Главарь хорошо звучит. Главарь комитета, да, вот который большой фестиваль на Западной Украине, культурный, музыкальный, вот, который говорит о национализме, о бандере, угу. вот, но музыка и времяпровождение и так далее. Ну, в принципе, живу я на Западной Украине, вот, с литовцами очень активно работаю и общаюсь, потому что я со глава группы дружбы с Литовской республикой в украинском парламенте. У нас много угу. э, членов, около 50 в нашей вот этой ситуации. А в Раде сколько у вас всего? 450. 34. Но Окей. сейчас Пожалуйста. уже меньше, потому что много ушли, склали мандат, ПЗЖ да -да 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 -да. там, это экс-регионалы и так далее. А с литовцами мы работаем фактически с, так активно с марта, с 11 марта, с дня вашего, нашего, наше, вашей независимости, когда Лаурина Скащуна с Паулюс Сардагас приехали. Первая делегация, всегда я там говорю, иностранная, которая приехала в Украину, и мы поехали на границу с Белоруссией, а потом уже в 20-х числах тоже марта они были первыми кто приехал в киев это тоже важно мы были в парламенте киев еще был в кольце вот ну и плюс очень много а последнее где ты был да поездка это был фронт это было была был зов это был третья штурмовая бригада это Кракен. то есть мы, мы очень да, да, да. тесно работаем с литовской стороной угу. Уважаемый националист, как это может быть, что мы общаемся на русском языке? Это же ну смотри, в Украине я ни с кем не разговариваю на русском вообще, да. ну то есть только на украинском языке, потому что все понимают, нет проблем. Mm -hmm. Но за границей я скажу, мой русский лучше, нежели английский, то есть для аудитории ширше. Там Молдова, Грузия, Конечно. например, там, страны Балтии и так далее. То есть, я тут не вижу никаких для себя проблем. Но mm -hmm. еще раз говорю, что я в Украине никогда и ни с кем не разговариваю на русском языке. Mm -hmm. С граждан Украины вообще это исключено. Поэтому ну, комплекса у меня таких нет. Дискуссии у нас идут. Конечно, я считаю, что рано или поздно этот процесс идет. Это Кстати, да. интересно о языке. Да. Мы были а, вчера в украинском центре с первой леди на уседы. Угу. и я сказал такой тезис, что парадокс украинской действительности в том, что есть люди, которые в Литве изучили украинцы, изучили украинский язык да они не знали, будучи живучи в Украине, подошла ко мне девушка молодая с слезами говорит вы знаете, вот я такая, я не знала украинского языка, ну хорошо, то есть я на нем не разговаривала в Украине, я тут выучила я сейчас говорю на украинском. Она себя считает этнической украинкой? Она украинка. Да. Но это ну. часто бывало. У вас да до этого? Ну смотрите, давайте откровенно. Да. Сотни лет колонизации русских. Угу. Одесса, Харьков, Днепр. Донецк, Луганск, Херсон, Николаев, это русскоговорящая регион. Угу. Нет, потому что они очень любили Россию, потому что не было украинских школ, угу. потому что не было украинских газет и так далее. То есть, тотальная русификация. Да. Но последнее время, конечно, идет процесс другой. Реституция. И, да, и вот эти 18 месяцев большой войны с русскими, в принципе, очень много людей перешли на украинский, публично. Это, это очень чувствительный вопрос между национальные межэтнические отношения и русские э, украины я имею в виду лояльных русских нормальных хороших людей э, им же все же в какой-то мере не очень приятно слышать что все мы с этого момента с начала инвазии или с крыма не говорим на русском большинство их наверное взяло это э, по нормальному но трения наверное были какие-то смотрите не все знают такую историю значит в 1991 году, когда был, была у нас 52 миллиона населения, угу. из них официально по переписи 8 миллионов русских. Давайте это зафиксируем. Да. 8 миллионов русских. Да. А в 4 раза больше, нежели там, жители Литвы сейчас. Плюс-минус. 20% что ли? Э что в этом роде. Смотрите, то есть... Эти люди, может быть, кого-то записывали, знаешь, в Советском Союзе, ну ты там, давай напиши, что ты русский и так да -да -да. далее. Они живут в нашей стране вот mm -hmm. эти 30 лет и так далее. Да, много их на Донбассе, на оккупированной территории, в Крыму и так далее. Но они тоже проходят трансформацию. Mm -hmm. То есть они стают гражданами Украины. И большинство из них, большинство, они уже, особенно после вот этой сейчас войны, страшной, адовской mm -hmm. войны, они ощущают себя гражданами страны. Переход на украинский язык идет постепенно среди русских Украины. Это больше среди украинцев, которые русскоязычные. Но процесс идет трансформации. И мы смотрим по социологии. Кто за НАТО, кто за то, кто за что и так далее. Вот последнее. У нас всегда была проблема с русскими, русской музыкой. Угу. Понимаешь, то есть она как бы давила на молодое поколение и так далее, ее слушали. Ну, вот. Русская поп-музыка. Да. да. Сейчас мы впервые за время независимости подытожили весь контент уже 65 украинской музыки, да. да, то есть ну и плюс там английская, там да. западная, европейская да -да. и так далее. Процесс языка трансформации в сторону Украины идет очень активно. В какой-то бензоколонке, когда мы ездили, это было на востоке Украины, уже недалеко от фронта, мы там осели пообедать, и ты обратил наше внимание, что играла какая-то сугубо русская мелодия и, и аккорды гармония, но текст был уже украинский. Тоже это есть. момент трансформации, Смотри, да? Смотри, у нас перепоют. Да, да, да. На украинский манер даже те песни исполнители, которые украинские, которые были на русском языке. Ну, например, есть такой, он белорусский, но он живет в Киеве, Ляпис Трубецкой, да? Да, да, да. да, Он перепел на украинский язык ряд своих песен. Это группа, но ты говоришь о, о фронтмене, наверное, да? Ну и группа тоже. То есть, например, да, да. Воины Света. Такая песня, она стала символом Майдана для многих и для меня тоже. Он перепел ее на украинский язык, это классно. Идет трансформация, очень хорошая в этом контексте. Я тебе рассказывал, по-моему, когда был в гостях у тебя, но это такая красивая история, что я хочу, чтобы они услышали все, кто нас смотрит. Это аудитория широкая, я надеюсь, в том числе и русская. Один мой знакомый Этнический русский Украины, киевский, он долгие года работал и жил и до сих пор живет на Западе, в Страсбург. И, и когда случилась Небесная Сотня, а его мама фармацевт, медик-фармацевт, и когда случился Майдан и Небесная Сотня, она на своей киевской квартире разбила военный госпиталь и спасала жизни. Просто так. И когда он рассказывал, когда он ей позвонил очередной раз, и говорил по телефону с ней, и она ему сказала об этом, и он сказал, что в эту же самую секунду он стал украинцем, и у него и слезы бежали по щекам. Понимаешь, это очень глубокий вопрос, долгий вопрос, можно говорить, но процесс формирования нации сейчас идет очень, очень быстрыми темпами. Да -да -да, потому это... что то, что видит общество, нация. На, на фронте то, что она видит вот эти убийства, изнасилования и так далее, она понимает, русский мир нам mm -hmm. не нужен. И те, кто не понимали, их было много, слушай, но ну 10 лет назад у нас президент Янукович, там коммунисты mm -hmm. в парламенте взяли 10% и так далее, совсем другая история. Поэтому мы боремся с русскими, боремся за, за себя, за свое существование, но мы э, проходим трансформацию. Хотя я считаю, что ну, есть там моменты разные, понимаешь, там кто-то говорит, вообще там не нужно разговаривать, хотя на фронте там половина русскоязычных, да. это нужно понимать. Но я думаю, что этот процесс идет очень быстро. Я заметил, когда мы, опять же, когда мы там были, и там никто не хотел говорить на русском, но как я только на русском им говорил, то есть это в бензоколонке, где, в гостинице, где, где угодно, я говорил, извините, я еще не умею, в следующий раз приеду в буду на украинском, пока, пожалуйста, не, не было никаких проблем, всегда очень. Смотри, дружки. я считаю, что вообще Украина очень лояльна к этим всем вопросам, угу. поэтому все все нормально воспринимает, но главное, все должны понять, все угу. мы должны строить украинскую страну, украинскую нацию на базисе наша да. наш язык, наша культура, наша вера, ну православная вера не ориентирована на Москву. Угу в другом контексте, пусть это будет всемирное православие да, там и так далее. То есть, э, это базис, и мы должны идти. Я позволю себе пошутить, бывает же и нормальное православие, имея в виду, что то, что мы видели и видим, э, право, вариант православия – это православный фашизм. Я тебя прибил, продолжай. Ну, вот это тоже нужно долго разговаривать, потому что сейчас буквально вот эта неделя в Украине дискурс, дискурс поднялся о запрете Украинской православной церкви Московского Трихата в парламенте. Mm -hmm. да -да. У нас есть законопроекты, но глава парламента сказал, что нет голосов, голоса есть, нужна политическая воля, потому что я буду откровенен. У нас фактически сегодня, я надеюсь, уже не будет про русских партий, mm -hmm. нет медиа про русских. У нас нет социальных медиа, там «Контакте», «Одноклассников» и так далее. То есть у нас нет книг русских и так далее. Но у нас остался последний форпост в России и в Украине – это церковь. Mm -hmm. Которая, да, имеет миллионы верующих. И которая фактически так или иначе работает с русскими. Да? Она не отказалась на 100%. Там, она пробует показать, да, да, да. я считаю, что это, этот вопрос мы должны решить, и решительно, потому что у нас есть э, уже легализировано, так можно сказать, в мировом православии, православная mm -hmm. церковь Украины, mm -hmm. которой нет никаких вопросов Конечно. с точки зрения идеологических, mm -hmm. понимаешь, там мы можем разбирать, как и везде, как в организме mm -hmm. разном, какие есть проблемы там религиозными и так далее, это другой вопрос. Поэтому мы сейчас в таком этапе вот решения вот этого вопроса, он сложный, потому что есть миллионы людей. Да, вы, вы, ну, конечно, очень большой ценой, но все же вы в борьбе с пятой колонной, вы просто пример для подражания, что не можно сказать о нас. Увы, у нас не православная церковь, но она тоже свое занимает московская вариация. Но я на данный момент говорю о русских каналах. Первый Балтийский, там вся эта дрянь, вся эта шелупонь. И наша, наша полиция и прокуратура до сих пор не имеют не то, чтобы э, воли или, или эм или инструментов, просто они до сих пор не понимают, насколько пагубно это есть. И у нас с самого 90-го, 91-го года вся эта вся эта ш, русофашистская гадость до сих пор в вильнюсских окраинах, где живут люди, которые себя считают поляками, но мой код более поляк, чем они, И это русский мир. И это потому, что мы никак не, за, не закордонили это в свое время. И это сейчас большая даже. ошибка. Я Если знаю. бы мы… Если мы тоже сделали эту ошибку на протяжении десятилетий. Это же Если гад. бы мы в начале 90-х поступили жестко, да. не было сейчас ситуации с Крымом, с Донбассом Абсолютно. и так далее. Мы поняли это только тогда, когда нас начали убивать, понимаешь, в подвалах русские свиньи. Но я считаю, я не понимаю, почему это у вас сейчас не делается очень жестко. Пока да? огромный грянет, мужик не перекрестится. Ну, я тебе еще одну вещь скажу. Вот вчера на очень хорошем, таком серьезном уровне мы Говорили о таком маленьком вопросе, но очень важный. Mm -hmm. В Украине мы изменили градостроительные документы. Сейчас каждая девятиэтажка, там школа и так далее должны иметь классное, хорошее бомбоубежище. Израиль, окей. В Литве этого нет. 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 И я считаю, что не нужно с этим тянуть. Потому что тот, кто говорит: ну вот, что скажут застройщики, <сёк> это. <сёк> Слушайте, ребята, если бы не было сейчас в Украине вот этих советских бомбоубежищ, которые там строились, да. у нас бы погибло очень много людей. Поэтому мы с этим работаем, мы понимаем. Другого варианта нет. Все, ты строишь дом, должно быть хорошее, просторное с там, проветриванием да, и так далее, и да. так далее. По нормам. Мы ну, видели это реально. в одном из около Бучи, около Киева, школы. Бородянка. Бородянка. Бородянка, да. где литовцы да, строят. Да, да, Отстроили вот да, да. школу. И вот так должно быть. Поэтому я считаю, что в Литве, в других странах, вот Балтии, Польша, там и так далее, Грузия, Молдова, Нужно идти вот, этим, вот этой дорогой. Да, несомненно. У нас долгий рекорд и у вас, и у нас русских зверств. И вы прекрасно знаете, помните, что такое Голодомор. Мы знаем свои места, ужасные побоища и истязаний, Рейней, тускуленой Много, много. Но, знаешь, даже я, который любит историю, военную историю, историю своей страны, не ожидал таких зверств, от русских ожидали ли вы? Вы, конечно, нет. Ну, слушай, ну, разные могли быть, э, там, знаешь, э, предположения, да, как пойдет, пойдет эта ситуация, что к чему, с военной точки зрения, с гуманитарной, да, с, да. с другой. Но это, это звери, понимаешь. И это, эти, эти звери сыграли сами против себя. Но ничего И... не изменилось, абсолютно ничего. С тех времен. Смотри, тут нужно понимать россию да? тут нужно ее ощущать угу. вот в литве сейчас ника Гарами, который был сидел как грузин который сидел несколько лет он владелец телеканала оппозиционного и так далее и вот мы встречались буквально несколько дней назад и вот разговаривали что делать с Россией ну да, этот вопрос должен интересовать балтийцев, молдаван, Грузинов, украинцев и так далее. Я считаю, что один, одна стратегия для всех раздела России. Угу. Потому что, понимаешь, вот, там, демократические 90-е, и, и так далее а как показывает, ничего не меняется. Звери, понимаешь, звери, которые хотят царя батюшку, и которым нужно. Где-то как монголам, да, куда-то постоянно идти. И для них это философия внутренняя, понимаешь? И все. То есть общество украинское изменилось. Оно изменилось. Литовское изменилось. Там, мы трансформируемся, да, мир не стоит на месте. Они нет. Это просто, знаешь, опричина такая, монгольская вот такая, понимаешь, история. И все. То есть нам нужно захватить, изнасиловать, убить, ограбить и так далее. Ну вот, ждали мы ли этого? Ну, наверное, нет. Потому, что России было много в Украине до, до, да -да. до ну, войны с 14 -го года, до этой большой войны. России было много. И сейчас мы ее просто убираем на ноль. Вообще. Это есть. Россия, которая очень, очень душевная. Конечно, вот это все и весь дискурс, понимаешь, да, о да. Толстом, о Достоевском, да, 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 о культуре, да. о Пушкине и так далее. Я сейчас тоже дискуссия: там нужен Балерьев, Пушкина и так далее. Моя позиция, и в принципе, она ну, как бы более-менее стоит государственной, да, то есть я поддерживаю ноль. Ноль России в Украине. Нигде. Все. У нас есть свое или мы будем работать с Западом. Я даже говорю всегда интересно. Давайте открывать для нас литовских писателей, литовских поэтов. Почему нет? Блогеров. Литовских блогеров. То есть, если кто-то говорит, ну чем мы там, мы, мы у, нас, у нас своих неоткрытых тьма. Потому что это большая нация. Но вот говорю, смотрите, вот это страны, которые сегодня зали за бетон, за нас. Давайте их открывать в культурном контексте, угу. и никаких не будет проблем, чтобы наши, например, ученики смотрели на Литву больше, угу. да, на Великое княжество литовское, на разные такие процессы. Поэтому вы имеете извини, что вы имеете красивую диаспору которая здесь растет дети украинские которые говорят на литовском через, через год они научились прекрасно знаешь как дети восприимчивы есть такой сентимент который иногда можно услышать от русских которым стыдно то есть 44 45 года Кёнигсберг, ну, Кёнигсберг, да, Берлин, и там насиловали э, от девочек до старух, ну, уже не русские, а те, которые шли из штрафбатов в конец войны, там сборная Солянка, там вся да, нечисть, да. азиаты, и сегодня этот самый сентимент, там москвичи и питерцы в буче не было их, там были эти тувинцы, эти все чурки. Как там на самом деле? Были разные... И те, и другие. Слушай, я считаю, что дискуссии тут для нас не должно быть. Это Россия. Да. Если это Бурят, или если, если это Калмык, или если это с Смоленская, или с Питера, или с Москвы. Это не наше задание там, разбирать вот эту историю. Это Россия. Mm. Это русская армия. Это русский мир. Это русский мир. Это ихняя философия. Точка. Все. Mm. То есть, я еще раз говорю, то есть, мое задание как гражданина, как националиста, как политика, как патриота сделать все, чтобы России не было вообще в Украине, ни в каком mm -hmm. контексте. Все, я должен посвятить свою жизнь. Я, я считаю, что миллионы людей, ну и в первую очередь это те, кто сейчас на фронте. Это, это я считаю, что это святые люди, которые там отдают свою жизнь за то, чтобы я имел возможность вот тут доносить свою mm -hmm. как бы позицию в Вильнюсе сегодня и так далее. Но Никакого дискурса нет. Да, Просто да, да. мы мы убираем да. Россию с Украины вообще. А там мы разберемся, okay. что будет, как и так далее. А дискутировать буряты это или калмыки или там чеченцы или там питерцы и москвичи. Иногда видишь там ТикТок, ну где-либо видишь человек, который не российской внешности, и он, скажем, там ну бурят, или тувинец, но он говорит на русском без акцента. И я уверен, что он мыслит на русском. Для меня это этнически русский, как ты считаешь? Ну, я думаю, что это не этнический русский, но смотри, ну, по крови нет. Но я по... считаю, в этом дискурсе моя позиция всегда такая. Mm -hmm. Мы не должны разбираться. Okay. Это Россия. Okay. Все. Он приехал с, с, там, с Якутии, или он да. приехал с Кенигсберга, или он приехал с Мурманска до лампочки. Это Россия. К слову, некоторые люди, которые себя, я думаю, а, а гипероптимисты, скажем так, они уверены, что вот-вот уже завтра или послезавтра Россия из-за своих центробежных сил разбурится на окраины этнические, что вполне возможно. Но, с другой стороны, как посмотришь на этих самых танкистов из Тувы или там из Бурятии, так, ну, мне так не кажется. Ну, давай так откровенно, да. во-первых, нужно смотреть реалистически. Угу. Россия устояла угу. от санкций, от внутренних процессов, и так далее. То есть, тут, знаешь, вот это закидать себя шапками, да, да? Да, да, это большая проблема. Нужно быть реалистами. И по их работе сейчас на фронте, и по оборонной их работе, да, вот как они держат фронт, и по ситуации в самой России, и по системе Путина, которая устояла на сегодняшний день. Да, мы можем там думать, хотеть, но нужно реалистически смотреть. Они пробуют, и у них, конечно, куча проблем, но они пока стоят. Yeah. И говорить, что вот завтра-завтра уже они разлетятся, это, это yeah, неправда. В коем случае. Да. Второй момент, о чем ты говоришь, что, ну, понимаешь, э, я считаю, что если не будет развала России на сибирскую автономию, да, там, на, не знаю, на, на питерско-московскую, на, на Кавказ, на, там, на, на, другие вопросы, на Приморье и так далее, ничего не изменится, потому что после у условного Путина, если будет условный Навальный, завтра снова будет условный Путин и Это так то далее. Же самое. Поэтому мы должны сделать все, чтобы разбить, развалить Россию. И, и, и пусть она будет как 6-7 разных стран. Конечно, есть вопрос ядерного вооружения. Есть разные вопросы. Но э, если этого не будет, вот точно украинцы уже должны готовиться к новой войне. Угу. К новой войне, к новому наступлению. Угу. К сожалению, это так. Будет оно через 20 лет, и через 3 года, и через 10. Будет жив Путин или будет кто-то вместо его. Это не принципиально. Но они будут хотеть убить. Убить нас и нашу нацию и вашу нацию да. постоянно. Ты говоришь моими словами, это то, что я еще до тебя говорил, так ты еще маленький был и бегал под столом, я, уже... я шучу. Веришь ли ты, ибо я не верю, что Россия, проприя, то есть этническая, русскоговорящая, белокурая, скажем так, голубоглазая Россия может развалиться на новгородские республики, я абсолютно в это не верю. На это предпосылок я не вижу нисколько. Понимаешь, тут сложно там, брать карту, что-то рисовать mm -hmm. и так далее. Люблю я электоральную географию, есть такое понятие да, разного mm -hmm. характера. Ну, это уже не очень принципиально. Там много раз, Смоленск, Рязань, Брянск, mm -hmm. там разные вот эти моменты там, и так далее. Тут главное сделать так, чтобы были механизмы перерождения, да, долгого перерождения русских и вообще Российской Федерации в, в, другую субстанцию, но уже не единую, а с разными там моментами. Вот это главное. А будет там Питерско-Московская какая-то, да. да, там с Новгородом или там Смоленском, или там будет Уральская, да. там еще, там Приморская, там Якутия, там или Тува это уже вопрос не сегодняшнего времени, ну как бы это вопрос перспективы, но над этим нужно работать всем, кто в первую очередь, кто может пострадать. А это Средняя Азия, это Закавказье, это Молдова, это Беларусь, это Балтия, это мы, это поляки, это, это румыны, болгары и так далее. СС, Special SAS, когда они образовались в Африке, в Северной, и они переросли не только из, из, стали не только теми, которые могут выпрыгнуть из самолета почти без парашюта и за ночь уничтожить. 130 мистер Шмидтов где-то глубоко в тылу, но и в тех, которые очень хорошо поняли, как важно работать с местным населением, будь то в Италии до высадки в Сицилии, будь то в любом другом месте шара. Вопрос, имеете ли вы свой СС, который работал бы с Тувой, с Якутией, с Сибирью и так далее? Откровенно пока нет, угу. но мы начинаем эту работу. Угу. Мы начинаем. Поздно. Поздно, но мы начинаем. Вот в нашем парламенте есть такая комиссия сейчас, вот несколько недель она работает, которая начала, я член этой комиссии, начала активно работать с представителями разных национальностей, которые есть в Украине. Я имею в виду там буряты, калмыки, да -да. чеченцы да. и другие, в том числе некоторые из них лидеры там и в странах Балтии мы с ними <связано> начинаем работать и так далее. Моя визия такая. Вот есть дискуссия. Мы, думаю, еще перейдем к Беларуси. Да, конечно. Вот. Но <свят> это и про Россию. Да. Кто-то говорит в Украине, и это популярная история, стена. Угу. Не физическая, а стена, понял, ментальная, там все, нет их. Угу. И забыли, и посмотрели, развернулись на Запад и так далее. Но есть другая линия, я ее считаю правильной. Мы должны работать на развал угу. России и на... То же самое по Беларуси, да, то есть по Лукашенко и так далее. Для этого должны быть медиа, для этого должны быть спецслужбы, которые будут работать, для этого должны быть социальные медиа, для этого должны быть э, институции в Украине, которые ихние, там калмыцкие, пусть будут чеченские и так да. далее, которых нужно поддерживать. Для этого нужно целое, целый арсенал разных действий. Mm -hmm. У вас, у нас. Mm -hmm пусть на Западе, пусть нашими союзниками, которые тоже это понимают. То есть эта система как с Советским Союзом. Знаешь, вот были там, например, лесные братья, там, литовские. Часть из них там была за границей, ну, с разных там, да. Часть пришла с Гулага. Но кто-то говорил, невозможно победить Советский Союз. Ну, невозможно развалить. Потому что никогда невозможно, да? Да. Ну, конечно, это там 40 лет. Да-да-да. <laughs> ну, слушай, но, но развалили. <laughs> развалили, А кто да. развалил? Те, кто боролся. Да. И начиная от лесных братьев, понимаешь, и заканчивая теми, кто был диссидентами. Все, все. Всеми. Но нужно бороться. Да. И нужно инструментарий. Да. И, понимаешь, там 5 лет сложно, там 10 лет сложно, да. Люди, жизнь, поколение, mm -hmm. да, но другого варианта нет у нас во имя наших детей, внуков и так далее. Поэтому механизм, я вижу такой, нужно разваливать, но систематически нужно бороться, нужны инструменты и нужно миллионы, которые это будут поддерживать и работать над этим. Да. Я думаю, что и наши братья, и ваши резистенты вместе с Маргарет Тэтчер и Роналдом Рейганом где-то в Рью обитают ну, в одном Может в том быть. же санатории. Может so, All inclusive. Я задаю этот вопрос многим и задам его тебе. Перед тобой сидит Роджер Уотерс. Знаешь, что, это такое. И ты думаешь, ну, я думаю, что это бессмысленно, но все же ты думаешь, что его можно переубедить. Какие аргументы ты ему говоришь, имея в виду, что у вас время в обрез, что вы сидите где-нибудь в аэропорту с пинтой пива, и у тебя минут пять, наверное, его переубедить? Что ты ему говоришь? Роджер Уотерс это кто? Это бывший Пинг-флойд. Это та сволочь, которая написала открытое письмо Елене Зеленской с просьбой повлиять на ее мужа, чтобы он не просил руки. Окей, окей, все, 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 все. Я вспомнил, вспомнил, да? Вспомнил, конечно. Я думаю, что с пинтой пива ничего не поможет. Его просто нужно привести в Бахмут. Все. Да. Понимаешь, человек, который где-то живет в своей да, реальности, угу. которую он смотрит там с телевизора или с айпада и разговаривает с своими людьми или еще то кто-то на, на него э, его направляет, это одна история. Но если он увидит, э, например, 90 тысячный город Бахмут, которого нет в принципе да. и под завалами там тысячи и тысячи жителей, да. но я уже не говорю о военных. Вот я думаю, что это все отврезвляет, угу. потому что вот это Россия, вот это русский мир. Да, Игорь, я понимаю, но ты его не можешь отвезти в Бахмут или в Бучу, и, и он еще, а он же коллективный Роджер Уотерс, угу. я говорю не я понял. конкретно я о нем, он сидит перед тобой, просто человек, которого можно конвертировать, он не тупится, он просто понас, понаслышал, что вы на Донбассе русских детей убивали, и он верит в это. Что ты ему скажешь? Ну слушай, у нас полный, есть... Полный-полный твиттер, так я понял. <свят> да, 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 у да. нас есть своя инструмент... свой инструментарий пропаганды. Угу. А, он где-то эффективен, где-то не, не очень эффективен. Это тоже наша проблема. То есть мы должны искать инструментарии, как доходить эффективно, да? как достучаться, да до, да, до, да, до разных людей. Главное до да, тех, кто принимает решения, к те, кто может влиять на миллионы людей. Ну, слушай, разные есть моменты. То есть это тоже вопрос к нам. Потому что за нас это никто не сделает. Мы понимаем, что есть друзья американцы, которые там могут или британцы и так далее. Но наша дипломатия, да, наша наш инструментарий, эффективно подача вот этой ситуации. Ну, мы что-то делаем, понимаешь, много фильмов разных, можно много документалок, много разного, 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 потому что у нас много друзей в мире сейчас, потому что они увидели, что Украина это это нация, которая борется со, со злом. Но не всех может переубедить нужно работать над этим то есть а сказать что есть какой-то инструментарий кроме того что я тебе говорю что взять его за руку и показать показать вот эти могилы вот мы были с ребятами изюм может ты помнишь там да когда выкопали 600 тел когда вот это была фотография кисти человека угу. который с которой тут был такая украинская да. вот, вот это я видел это я я, я... Я слышал этот запах, да, с ребятами, да. когда мы были в октябре. А вот только четыре дня, как это все выкопали, понимаешь, вот эти ямы и так далее. Ну, ну, вот, 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 когда человек понимает, да, вот он видит вот эту смерть, вот это, да -да. вот это страшно. Символ всего этого графический символ для меня это лицо Фандерляйен в Буче. Она стоит там. Конечно. Больше их. Это просто все. Я человек через в течение часа изменился. Конечно. И так много кто, угу. кто до этого вообще не понимал Украину, был далеко, да. понимаешь. Да. Вот я очень бы хотел, очень бы хотел, чтобы папа римский а -а -а. приехал да. и на коленях помолился и увидел вот это все, да, увидел на свои э, глаза, потому что он где-то еще в Аргентине, понимаешь? И... Ну а Латинская Америка и наша да -да -да. ситуация. Ишлосмальви это... наш у него травма, имея в виду его дурацкую привычку целовать. Э копыта преступникам, он скорее съездил бы куда-нибудь в Псков и целовал бы копыта десантникам. Ну, это коллективный товарищ, который, о котором ты говорил, Спинклойд. Вот да, да, в этом списке и Папа Римский, к сожалению, понимаешь, да. вот, который ну, влияет на миллионы, на десятки, на сотни миллионов людей. Но он метаморфозится в некотором смысле. Недавно он выдал, что Украина все-таки потерпевшая страна, но при том он опять что-то… В, в, в том роде, что война э, нужна, это война только из-за того, что есть э, э, вендоры вооружения. То есть это это самое. Смотри, человек в таком преклонном возрасте своей системой координат. Он не может, к сожалению, стать полностью на сторону добра. Да, понимаешь? Да, Мне да, кажется, да. что вот он там встал с утра, кто-то ему пришел, рассказал, ну смотрите, ну вот вот он что сказал. Но все равно, понимаешь? Но вот тут фирмы, которые продают оружие, вот они там заинтересованы. Да да да. И да так ну какая ну... старая песенка. Евреи, еще евреи. Ну как как без них? Конечно. Смех сквозь слезы. Возвращаясь к тем западным людям, которые вроде бы нормальные, которыми пестрит Твиттер, которых можно вроде бы переубить, и некоторые выдают такой аргумент, что просто диву даешься, как это можно. Они говорят, вот вы тогда убивали на Донбассе детей, а сейчас пойми, что это правильно, что сейчас вас убивают. Это же это уже неправильно. Ну давай первое. Вот эта история, кто-то кого-то убивал на Донбассе. Угу. Донбасс это украинская территория, Донецкая, Луганская область. Я, если я правильно выяснился, я имею в виду, что если даже согласиться, хотя с этим согласиться невозможно, то есть его логика, что вот вы убивали, так значит сейчас Нет, вас не можно, можно мирных. Не, да -да. Нельзя с этим согласиться, потому что Россия пришла на Донбасс в 2014 году. Угу. Это ну это все должны понимать, это факт, это даже не дискутируется. Да, там специфически. Население, да, у них свои устремления. Но ну, мы жили долго, все нормально, там разные были процессы. Люди не хотели уходить с Украины. Это я точно знаю, это все подтверждают и так далее. Да, есть часть населения, ну, понятно, есть работа спецслужб и так далее. Была война с 2014 года. Ну, ну, слушай, ну, разные процессы во время войны, конечно же, были убиты солдаты, мирное население и так далее. Украинцы, потому что и там и там украинские граждане. Но слушай, это просто э, процесс русской пропаганды. Угу. Все. И он где-то засел. Ну и как эффективен. Вот да. эту историю знаешь сейчас с Канадой, да? Нет. С канадским парламентом. А, Нацисты. А... Смотри, ну вот если тоже вот, твоя аудитория должна понимать, uh -huh. если так по простому. В Канаде живет много украинцев, uh -huh. очень много да, украинцев. Да, да, да. Да. И в парламент Канады взяли, попросили прийти 98-летнего ветерана. Uh -huh. Сказали, вот этот человек боролся с коммунистами. Все встали, похлопали и так далее. Uh -huh. Да, потом выяснилось, этот человек... Был в Вафен дивизии СС Галичина. Mm -hmm. Что это за дивизия? Это была дивизия, где были украинские националисты-патриоты, которые хотели остановить советов. Mm -hmm. Их разбили под Бродами. Это были патриоты. Mm -hmm. Нюрбинг их не засудил. Ваффен по Нюрнбергу э, не военные преступники. Раз. Это то же самое. Британия mm -hmm. их приняла да. после войны. Да, да. Два. Канада их приняла, три. Их все там пересмотрели, все-все-все-все-все-все-четыре-пять-шесть-семь-восемь-двадцать-восемь. Но кто-то там что-то там куда-то привел тогда. Если и Трюдо расслезился бы... Да, и потом начинается. Спикер парламента уходит в отставку, Трюдо mm -hmm. говорит, я извиняюсь, пятое-седьмое-двадцать-седьмое. Это внутренняя история Украины. Mm -hmm. Потому что если бы туда попросили прийти человека из лесных братьев, которые боролись 100% против немцев и против советов, не было таких моментов. Но понимаешь, вот эта игра в политических там э, движениях, в истеблишменте, в Канаде, да, вот кто, кому, к чему, как и так далее, русские этим занимаются. Да, и очень успешно. Они ищут процессы. Да. Тут еще Польша, там выдайте нам этого да. деда, значит и так далее. Понимаешь, то есть сместить акцент угу. на другие процессы, на процессы исторического характера и так далее, которые вообще не влияют ни на что. Мы это очень хорошо понимаем, мы тоже свои шкуры чувствуем, это они очень хорошо. Это единственное поле, в котором русские не халтурят и у нас до сих пор все это есть. Скажем, скажем Министерство обороны Литвы в Твиттере или наш премьер-министр что-нибудь красивое о том, что сегодня наш день восстановления независимости пост, и сразу один, два, три каких-то людишек с англосаксонскими фамилиями вброс. Вот Холокост в Литве. В смысле, мы, литовцы, имели тогда свое государство, и мы институционно на уровне государства занимались Холокостом в Литве. Мы имеем своих уродов, но это не было деяние литовского государства. Конечно. И все же ты должен понять, что даже ты упомянул слово националист, а ты видел, у меня есть майка, буржуазный националист. Но мы должны понять, что это надолго. То есть, либерал-лефт на Западе, ему ты ну, не вдолбишь, что национализм – это не то, не то же самое, что шовинизм. И что ВАФ, АфнСС в Латвии, скажем, это не те нацисты, которые боролись за нацизм. Слушай… Для нас есть э, такая история. Наша украинская повстанческая армия имела около 100 тысяч э, бойцов mm -hmm. и боролась против двух систем мировых, коммунистической mm -hmm. и нацистской. Mm -hmm. И они боролась до конца. Это о том, что есть там видение, понимаешь тренд, там либералы, левые и так далее, так далее. Если я идеологически националист, я верю в это, мне это не страшно. Я буду бороться за свою идею, за свою страну и так далее. И буду гордо дискутировать, бороться, доводить и так далее. Потому что, понимаешь, есть идейные люди, а есть вот так – примазаться там и так далее. Я с 17 лет вот, вот этом всем движу, и я надеюсь, что я умру националистом, понимаешь? Mm -hmm. Поэтому как бы все это я понимаю, либеральные медиа, куча, куча всех этих процессов, я тоже реалист. Но если есть люди, которые понимают, любят свою страну, и они гордятся, что они националисты, это нормально, и нужно бороться за свою идею. все. У нас в Литве есть молодняк, которому... 25-30 лет они не жили в Советском Союзе, они, они считают, что слово националист – это что-то что страшное, сродни нацизму Нужно работать. Нужно смотри, работать. Смотри, у да. нас да. то же самое. Да, да. Но сейчас сотни тысяч, я думаю, миллионы уже по-другому смотрит на ситуацию. Да -да. Потому что нужно работать. И так, та, та же самая у нас украинская повстанческая армия, Бандера, Шухевич да. и так далее. Да. Еще 20 лет назад это было одно. Mm -hmm. Когда мы только, мы, мое поколение да, молодых националистов, начинали об этом говорить конкретно. Ну, и там в 90 е конечно же, об этом говорили. А сейчас совсем другая история. Ты mm -hmm. можешь посмотреть на улицах наших городов. Там просто тысячи людей с, и в майках, и, mm -hmm. и с татуировками и так далее. То есть, это борьба, мы должны ее выиграть. Но на Западе есть такой такой снисходительный взгляд на они называют это флаг waving, то есть когда ты слишком много с флагом там самое то, то же самое и, 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 и то есть это для них что-то нехорошее. Национализм это любовь, любовь к своей стране. Но это, это не ненависть, это не шовинизм. не империализм, не фашизм, не нацизм, mm -hmm. и это все понимают, кто в теме. Да, кто в теме, кто в теме. А, конечно, легко можно показать, вот, пожалуйста. У меня вот. есть подруга англичанка, она здесь живет, она вышла замуж за литовца, мы, мы уже года, наверное, 4 или 5 дружим, и мы с ней имели и, и раньше эти вопросы, она говорила мне, ты должен понять, что национализм на Западе это, это паератив, это плохое слово, а я ей говорю, так посмотрим, давай в Google". И текло время. Она была, я помню, она очень удивилась. когда Она сама мне рассказывала, что только что посмотрела BBC репортаж. Это в году 20 или 21-м. О России. И там какой-то человек на улице, россиянин, и другой человек на улице, россиянин, говорили в камеру BBC репортеру, что они за Россию пойдут до конца. То есть то, что, то, что мы позже увидим. И я видел, как она менялась. И под моим давлением, насчет: давай посмотрим в Google, что такое национализм. Конечно. И насчет России, потому что она не верила мне, когда я говорил, что там совсем другая не то, что цивилизация, там сейчас она верит. Каждый человек, который на стороне добра, должен понимать, что так, в таком метафизическом контексте, что жизнь это борьба. И мы должны бороться да. за наши идеи, идеалы. И вот я приезжаю сюда, в Литву, там, я вижу просто масса людей, которые мне близки по духу. Угу. И мы понимаем на 99% контекст. Угу. И у нас нет дискуссий. Конечно, есть другие люди. Это нормальный процесс. Да. Нормальный процесс в демократическом обществе. Игорь, вопрос ребром. Нужен ли вам Донбасс и нужен ли вам Крым? Нужен. Оба. Конечно. Угу. Смотри, нужен, и мы, я считаю, мы будем биться до конца за украинскую территорию. Однозначно. Mm -hmm. Не только за территорию, и за людей. И за людей, и за территорию, и за э, существование нашей нации. Mm -hmm. Мы понимаем, что это трудно, мы понимаем, что сейчас перед нами э, мы как лесные братья против системы, большой, да, э, вот, но э, другого варианта у нас не будет. И эта война mm -hmm. еще раз подписала кровью, что мы никогда от этого не откажемся. Я в это верю ни одна власть, понимаешь, ни большинство населения и так далее. Конечно, есть люди, которые могут иметь другую точку зрения, но их меньшинство. Я надеюсь, что и всегда будет меньшинство. Конечно, это сложный вопрос, понимаешь. То есть да, я, да. я не, не хочу сказать, все завтра мы будем в Крыму там пятое десятое. Это все очень сложно. Сложно с точки зрения того кто живет в крыму на донбассе да как это формировалось как как голодомором на донбассе там убили сотни тысяч миллионы там украиннцев 30, -е, Конечно. 30 -е, да. как туда заселяли русские да, да, как как разные разные как мы бездействовали 90 2000-е. это нужно откровенно в крыму 27 украинцев кто с ними работал конкретно в крыму есть крымские татары их наверное 12 было как мы им помогали, да, как мы делали из них союзников и делали и вообще, то есть, да -да -да. понимаешь, это нужно все понять, но мы будем, я, я, я верю, я мы понимаю. будем в, Север... в Севастополе, в Симферополе, Донецке, Луганске, рано или поздно. Угу. Иногда в Литве и такой витает сентимент, что, и это факт, нам предлагали взять Калининградскую область, знаю, мал... это... Восточную Пруссию, и наш коммунист снечку, с которой, слава богу, был еще и националистом. Странная помесь коммуниста, Да-да, у Квистлига. вас, эта история интересна. Это интересно, интересно, да. И он отказался. И слава богу. И некоторые, которые сейчас говорят, вот надо было взять, я им говорю, вы хотите миллион тех, которого, которых мы уже не переварим? И со стороны, со стороны. Мне кажется, что что-то вроде с этого, этой помеси с вашим Донбассом. Не, не о Крыме говорю. Смотри. Во-первых, у нас... Я, есть... конечно, извиняюсь за вопрос. Такой. Это нормально. Ага. У нас есть этнические территории, которые сейчас находятся в других странах. Угу. Этнические. Это все знают. Там, от, от Холмщины на территории Польши там, до Кубани и так далее. Это, да, это везде. Да, да. Этот вопрос не поднимается. Потому что есть мировой порядок, есть... есть, есть... Поствоенная, да, после да, Второй да. мировой и так далее. Понимаешь? Да. То есть мы не империалисты, да, мы, мы, мы понимаем ситуацию. Но то, как Украина встретила 1991 год, в каких границах, это наша украинская территория. Все понятно. С жителями. Все понятно. Ну слушай, ну, ну, ну что, 90-е, 2000-е, до последнего времени Донбасс и Крым всегда голосовали за прорусские партии, за коммунистов и так далее. Но это наша недоработка, да. понимаешь, нашей страны, на идентичности и так далее. То есть, ну это, это борьба за этих людей. Мы ее вели неэффективно. С ряда причин, потому что коммунист Кравчук был первым президентом, потом коммунист Кучма, который с Непратом своими там нюансами и так далее. С Ющенко это все Попробовали легко да, начать, потом откат к Януковичу вообще категорически. И вот только с 2014 года мы в этих сложных военных действиях там пробовали что-то где-то как-то и так далее. То есть, грубо говоря, мы большинство, я верю в это, всегда будем бороться, чтобы вернуть Донбасс и Крым. Когда это будет возможно, это дискуссия. Что делать, как там с этими людьми, да, да, с ними да. нужно работать. Это абсолютно правильно, уже хотя бы потому, что просто незыблемость границ с конца Конечно. Второй мировой. Просто нельзя иначе. Если, если иначе, то опять вот с самого начала, как, как в многотысячелетней истории человечества, когда границы были зыблемыми. Это… А, это это дорога в никуда. Да. Потому что даже если мы возьмем Литву, угу. тут одно слово можно сказать, там, Вильня, там, и пошло поехало. Ну да, Ты да. Ты понимаешь. Да. Есть... Я очень хорошо понимаю. Ну... Да. Я думаю, что это Арти Грин сказал, я, может, ошибаюсь, но, по-моему, я услышал это именно от него, и он, насколько я знаю, крымчанин по происхождению. Или там жившие угу. долго, и он сказал такую не, не очень приятную вещь о крымских татарах, он сказал, не, давайте не будем себя обманывать, они, если я правильно понял, в большинстве за русскими, насколько это правильно, и Нет. насколько это меняется? Нет, они не за русскими, они никогда не mm -hmm. были за русскими, потому что русские их депортировали mm -hmm. со своей mm -hmm. территории, и да, 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 да. Они десятками лет были там по Средней Азии раскиданы и так далее. Да, но это Снеговольский синдром есть такое. Смотри, ага. э, ну, ну, ну система России ага. работает над развалом э, разных, разных институций. Меджлис, там, понимаешь, да. там. Крымский... это для справки это Рада э, Крымчан. Ну, это она татарский. сейчас, конечно да. же, в Киеве там, и так далее. Конечно, она занимает да. конкретную ситуацию. Но они работают над расколом, они вкладывают деньги в медиа, крымско-татарские и так далее. Mm -hmm. То есть, слушай, ну, ну они работают э, сотнями лет и имеют методичку, да, от Валуевских там указов до до сегодняшнего времени. Но я точно знаю, большинство крымских татар, большинство mm -hmm. они хотят жить в Украине, потому что они понимают, что Украина – это нормальное демократическое государство, mm -hmm. а Россия – это империя. Есть какая-то часть, наверное, может быть, сейчас да -да. молодежь вот эти последние 9 лет после 2014 года, там идут процессы, Ну тоже мы должны это реалистически воспринимать, да -да -да. но в основном нет стагонского синдрома. Есть синдром понятия, что всю ихнюю как бы нацию, Убрали с Крыма фактически mm -hmm. русский совет. Окей. Okay. Давай перейдем к ситуационному репорту. Что у тебя самое свежее по фронтам и что ты можешь сказать? Севильный. Да. Mm -hmm. Я не военный, я парламентарий. Конечно, я имею свою точку зрения. Но все, всю войну у меня позиция такая, что я <laughs> не хочу быть экспертом, понимаешь, по этих всех вопросах. Есть люди, которые там претендуют. Да. Я к чему это веду? Что в принципе, кто интересуется, они понимают ситуацию. Ситуация сложная. Идти в глубину и говорить о том, что ну, это не моя функция, понимаешь, это не моя политическая роль в этой ситуации. А, там Говорить о перспективах там, наступления, контрнаступления, перспективах того, другого. Я скажу так коротко. Сложно. Мы это все видим. Mm -hmm. Почему сложно? Потому что русские хорошо укрепились. Это понятная история. А сейчас главный вопрос, чтобы это сложно не откликнулось на Западе. Да? Потому что э, и при этом уровне поддержки вооружения, денег и других вопросов нам сложно. Если это будет уменьшаться, будет еще более сложно. Поэтому наше задание и мое здесь. Потому что вчера и позавчера я имел возможность говорить с вашим президентом тет -а -тет, вот так как с тобой сижу, и с премьером, и с спикером, и они должны, они знают, они наши союзники, залезобетонные, но все равно, понимаешь, мы говорим о том, что Литва это голос, голос на западе Украины, маленький, но, но серьезный голос, поэтому сворачивать нельзя, надо больше, все больше и так далее. Сейчас мы понимаем, о чем идет речь, это идет речь о дальнобойных ракетах, и это, наверное, серьезная, самая серьезная история, которую мы совместно должны добить с немцами и с американцами. И это очень помогает в нашем контрнаступлении. В целом, Слушай, я доверяю Залужному, есть генеральный штаб, мы контактируем постоянно с союзниками, а сказать тебе сейчас, там, ну вот там вербовая, вот там Работина, вот так, Орехова, так, Мак, все в принципе в онлайн-режиме все видят, нам сложно. С, с ряда причин, а они простые, русские умеют, и мы это видим, и реалии такие, держать оборону если они подготовились. И, грубо говоря, инженерные войска русских, может быть, наилучший род войск среди всех. Это мы тоже увидели. Поэтому сложно, очень сложно. Но то, что я понимаю, за что я буду голосовать как парламентарий, потому что постоянно поддержка армии, разные вопросы. Мы не должны останавливаться ни в каком контексте. И это говорит президент тоже. Ни зима, ни другие моменты. То есть да, зима это очень Потому важно. Потому что да. как только мы в том или ином роде остановимся, это это все. Потому что линия фронта 1600 там, километров mm -hmm. плюс 1100 с Беларуси mm -hmm. это катастрофа с точки зрения удержания этого на перспективу даже. Поэтому я я считаю, но ну, решение принимает главнокомандующий, mm -hmm. генеральный штаб и так далее, что мы будем искать эту брешь и мы ее найдем, я верю, mm -hmm. где мы а, сделаем главное задание вот этого контрнаступления разделить на юге группировку русских угу. по направлению Токмак, Мелитополь и выйти к Азовскому морю, Бердянску, Мариуполю и Крыму. Мы говорим во во времена и это это неделя или две, когда очень оптимистические ноты проскальзывают но и не шапкозакидательные, а именно рациональные, оптимистические о том, что первая линия, линии Суровикина, это та линия, куда русские бросили все, что имеют, и им очень важно это сдержать. За нами Москва, Сталинград, мы будем держать, что с военной точки зрения может оказаться ошибкой. То есть они могут не иметь вообще подразделений для держания второй и тем более третьей линии. Ты можешь это прокомментировать как-нибудь? Ну, я в этом контексте очень реалистичен. И мы видим, что, к сожалению, людской потенциал он низкий, который кидает на фронт русские, а, но они качество ки... солдат да, но они кидают. Да, да. Очень много людей. А понимаешь, мы же тоже не бездонная да. страна, и очень много погибает ребят, девушек и раненых и так далее. То есть все очень непросто. Но я верю в то, что эта война, она дала возможность нашему генеральному штабу, который руководит военными действиями, плюс союзники, понимать эту ситуацию, mm -hmm. потому что когда сегодня много кто говорит, ну зачем там вот на западе мы слышим, да, вот бахмут, там вот mm -hmm. это, то есть юг, слушайте, ну если все будет на юге, тогда, может, мы вообще там будем иметь продвижение там сложное. Мы наступаем и на бахмут, и на разные направления мы с тобой были в расположении Азова, третьи штурмовые, которые конкретно наступают в этом контексте. Mm -hmm. Поэтому смотри, ну... Надея, надеюсь, что э, у нас есть все возможности прорвать угу. оборону русских качество украинского солдата, оно, разумеется, падает, но надеяться хочется, что не настолько падает, насколько падает с русское. Ну, слушай. То есть, это без, ну, это знаешь, это же нормально. Конечно, у нас есть много проблем. Да. Во-первых, первая проблема, это нужно говорить откровенно, это то, что сотни тысяч наших воинов без отдыха, понимаешь, без того, чтобы кто-то их заменил и так далее. И они умеют воевать, но это уже скоро еще чуть-чуть уже будет два года войны, понимаешь? Это проблема. Да. Проблема в том, что ну, десятки тысяч, очевидно, человек, которые погибли, наверное, еще больше, кто ранен, ПТСР, очень много разных проблем. Конечно же, общество, страна, генеральный штаб, да, Министерство обороны пробуют решать эти вопросы. Но у нас есть один аргумент. Мы на своей земле, понимаешь? Да -да -да. А они сюда пришли, и они это понимают, потому что там несколько процентов, я думаю, 5-7, кто идеологически, да, СВО, мы там, Новороссия и так да, далее. Живут, да. да, у нас все понимают, даже самые большие пессимисты, что дрогнуть мы не можем в разных ипостасях да, вот, поэтому я считаю, что боевой такой уровень, да, нашей нашей армии и общество это тоже важно. Я видел. Он да. намного намного больше. И я еще тебе скажу, да, есть тенденции, что много пессимизма да. у, у, у части общества, но я считаю, я тут оптимист что еще у нас очень много потенциала в нашем обществе. Да -да. Мы, понимаешь, это как израильское общество. Я вон, посмотрел фильм Голда, который вышел у да, да, вот этих всех моментах. Мы, а куда нам отступать? Угу. Понимаешь, то есть мы, один момент, смотри, вот интересный, ВВП Украины в том году, в 22-м. Упала на 38%. Угу. Для страны на карте мира разная, это катастрофа. Вообще, это все. Дефолт. В этом году. Плюс 19%. Уже, уже плюс 19. Ну, с, с этого дна. Да. Ты понял. Да, да, но да, плюс 19, да, да. это тоже важно. Да, у нас много критики там экономический фронт и так далее. Но это очень важно, что экономика. Адаптируется, понимаешь, мы должны держаться, да, да. да помощь, да, все, да, союзники, но мы как общество должны адаптироваться к долгой войне. Эта адаптация сложна, но идет. У всех идет. От парламентария, понимаешь, который, э, ну, привык жить в других реалиях, ну, потому что до этого было один, один одно направление деятельности, да -да. а сейчас совсем другая история. И до воина, до бизнесмена, до НГО, до 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 врача, до до всех, до журналиста. Ты, конечно, не обижаешься, что я задаю такие, с первого взгляда, неудобные вопросы. Просто я знаю, что ты крепкий парень и ответишь. А, только что динамику ты заметил положительную в ВВП. Как с коррупцией, а той пресловутой украинской коррупции? Насколько динамика там положительная или наоборот? А у нас большая коррупция. Большая. Угу. Ну, это нужно откровенно сказать. И во время войны тоже. Если вы, ты меня спрашиваешь, вот, например, уравнять сейчас и во время Януковича, да, то, то нет в разы или в десятки раз. Я так считаю есть меньше. Лучше. Конечно, конечно, лучше. Мы идем в контексте. Угу. Но, но проблем очень много. Угу. А, конечно же, нужно жестче действовать. А, правоохранительной системе – раз. А, я думаю, что президенту жестче нужно действовать. Два. А законодательство нужно делать жестче. Три. Суды, суды. Реформа судов. Mm -hmm. Это главный вопрос. Мы постоянно вот эти 10 лет реформируем, реформируем, реформируем. Есть, я считаю, есть результат. Но нужно нажимать. Всем. Понимаешь, всем нужно нажимать на разных уровнях. То есть, к сожалению, у нас работает гражданский украинском языке ⁇ Тыск ⁇ Понял? То есть, нет, как, когда, э, когда нужно нажимать okay. общество, понял, на, на власть, mm -hmm. на на суды, на mm -hmm. на разные там направления и так далее. То есть, mm -hmm. в принципе, проблема большая. Это откровенно. Я во власти, я второй раз депутат. Я не в большинстве, там, сегодня, да. в монобольшинстве, но я тоже представитель власти, как парламентарий. Большая проблема с коррупцией. Нужно жестче. И у нас история интересная, если ты не знаешь. Вот да. несколько дней опубликовано письмо э, Госдепартамента США, да, которое. Типа официальное, но неофициальное. Они говорят официальное, но типа это не ультиматум. Короче, там четко. Черным по белому. Да, Ребята, это, об этом если я должна... вы хотите дальше вооружение и деньги, а. нужно вот 9 страниц. Поехали. Но это Кто Стоп, стоп а, да, Кто-то да, да, говорит. Да. Внешнее управление. Угу. Но я говорю, ребята, ну смотрите, давайте не о внешнем управлении, давайте возьмем вот это и прочитаем. Есть вопрос. Mm -hmm. Это нужно нашей да. стране, нужно. Да. Да. Но кто-то, это мы должны сами сделать. Окей, но мы это не делаем. А есть инструменты, они есть, да? Вооружение, деньги, ну слушай, 60% бюджета сегодня mm -hmm. это э, иностранная помощь, да? Mm -hmm. Поэтому я в этой ситуации считаю, нет этих проблем. Давайте мы будем об этом говорить. Пришло она с госдепартамента или с да, Брюсселя пора. и так да, далее. Да. Это другой вопрос. Ребята, давайте по тексту. Это же для вас. Это да. нужно? Но... Нужно. Конечно. Есть такая возможность сегодня вот это все закрутить в позитивном контексте. Давайте это делать. И, а разговаривать о внешнем управлении и так далее, слушай, да нет внешнего управления, потому что Зеленский, как он себя ведет? Ты видишь на международной арене, как он вел себя в Вильнюсе, он вообще дозволяет себе представлять. Нашу страну, ну так, знаешь, если такое слово, ну в хорошем контексте, борза, и это правильно, и я это поддерживаю. На грани что, пола, я бы сказал. На грани да. Пола, в хорошем. Но способе. он представляет страну, которая, которая воюет, которая воюет, и да, каждый день умирают сотни-сотни э, и сотни наших жителей и воинов и так далее. Как по-другому вести mm. себя? Вот так стоять нет. Поэтому понимаешь, нет никакого внешнего управления, я считаю, и не будет. Но вот эта ситуация, ну. Ну, слушай, ну... Когда все закончится победой, это раньше или позже будет, скорее раньше. Это как бы цинично это не звучало, и как это большой кровью, конечно, но все же вы выиграете и тут тоже. Я верю в это, я считаю, что понимаешь, мы идем так военная ситуация, мы боремся за страну, формирование нации, идентичности, вот то, что чего мы начинали на да. разговор и реформа, когда мы строим адекватную, нормальную европейскую страну, это все идет параллельно. И если в первом мы тут пошли вперед, весь МИД видит в военном контексте, во втором мало кто об этом говорит, но мы тоже пошли, то тут нужно нам догонять ситуацию. Я, не, я, я персонально не вижу тут никаких проблем, что нам Наши друзья, союзники, подказывают, подсказывают, Абсолютно. куда нужно идти в Great. правильном направлении. Это месячная давность были смещены начальники комиссариатов, и на их места были поставлены ветераны. Процесс идет. Это же. Ветераны, которые не могут уже воевать, то есть с увечьями. Да. Это же. Это выглядит как что-то очень красивое и, и приподнятое. То есть люди получают работу, и это верные люди, они же. Ну, причина не очень красивая, к сожалению. Потому что вопрос мобилизации и коррупции в этом контексте. Да, и у нас там я... миллионы долларов уже там в некоторых были изъяты начальника вот этих комиссариат, комиссариатов и так далее. И Зеленский правильно сделал. Этот процесс еще идет, не все еще там да. заняли эту позицию. Но он правильный, конечно. Человек, который прошел фронт, человек, который видел смерть, конечно же, он будет, наверное, более порядочен и так. четко исполнять задания мобилизационные в первую очередь, нежели него... той, кто там, знаешь, 30 лет сидел, как в Одессе нас там. Да, да, да. Один хер, короче, десятками лет занимался вот этими вопросами. Там вилла в Испании, все, все, все. Но это просто шок. Это вопрос твой о коррупции. Я вижу праведный гнев и настрой у этих людей, которые видели смерти, которые имеют увечья, в адрес тех, которые коррупционировали эти комиссариаты. Это же... Конечно. Это один из этапов борьбы за новую Украину. Зеленский, наверное, правильно предположить, что он имеет очень сильный прессинг с этих сил, которые консолидируются вместе с пятой колонной русской агентуры, я имею в виду коррупцию. И вопрос, ваши силы безопасности отстают, то есть они отстоят президента, и все будет хорошо? Так, давай, давай уточним. Если кому-то кажется, что за коррупцией в Украине стоят пятая колонна и прорусские силы, это не совсем. Не так. обязательно я понимаю. Смотри, это, я думаю, что это не так. Это корс, за коррупцией да, стоят да, украинцы, да. патриоты, очень часто в вышиванках и так далее. Слушай, mm. поэтому это связывает... это. Это неправильный тезис. Okay. Это первое. Okay. Это, okay. это важно. Беру свои слова обратно. Да, да, поэтому у нас коррупция не прорусская. Она старая, добрая, Раз. Это, да. okay. Второй момент. Отстает ли правоохранительная система? Ну, наверное, да. У нас, понимаешь, после 2014 года очень много антикоррупционных органов. Разных, разных. У нас mm -hmm. там и э, Государственное бюро, э, ДБР, э, короче, ДБР, и экономическое, и, и НАБУ у нас там антикоррупционные бюро, и Служба безопасности и так далее. А, слушай, нужно одно. Политическая воля, и она сейчас в одних руках. Mm -hmm. Владимир Александрович Зеленский. Mm -hmm. Есть. Очень много правильных решений в этом контексте. Я считаю, что нужно дальше идти. Ему персонально потому что ему верят люди, угу. верят, за ним идут. Его слышит общество, его слышит парламент и так далее. То есть, и это шанс. Понимаешь, когда один человек в контексте борьбы с коррупцией может направлять все в правильном контексте. Причем к нему персонально ни у кого нет никаких вопросов. Там мы можем дискутировать о других персонах, но к нему нет. Поэтому он должен направлять и держать тонус этой ситуации. Он. Антикоррупция это Зеленский. Okay. А, Азов. Некоторые ребята обратно, а Прокопенко. А третья штурмовая, забыл. Белецкий. Белецкий. Но а, Калину мы видели в Киеве. Где он сейчас? И можешь ли распространиться более? Это ребята, которые были в плену, которых разменяли, которые некоторые сейчас опять на, рядовой, на передовой а другие где и как? Может, коротко. Во-первых, больше тысячи в плену на сегодняшний день, и из них где-то 600 азовцев. Это mm -hmm. самая большая беда для Украины, потому что этих ребят не вернули, первое. Второе, тех, кого вернули, они на 95% уже на фронте, в том числе и Калина, в том числе и Прокопенко, и ряд других ребят, mm -hmm. и в Азове в том числе, потому что мы встречались с, с, с Прокопенко, с руководителем и так далее. То есть, в принципе, все те, кто приходят с плена, на 95% возвращаются на фронт. Есть, конечно же, кто комиссован, там, с разных причин и так далее, вот кто без рук пришел, без ног, это разные вопросы. Поэтому все эти ребята, которые и руководители, да, и вожди, да. обороны Азовстали, да. они Нет. уже все на фронте. Угу. То, -то, то есть кто-то думает, что вот их там освободили, потом они посидели там в Турции и так далее, потом Нет. приехали. Нужна адаптация чуть-чуть, понимаешь, потому что это тюрьма. Конечно, это... конечно. И все, они прошли эту адаптацию, и все, они возвратились на фронт. Ну, с Азовом там другая ситуация, с конкретно с Азовом, потому что базы нет, она там ушла в Мариуполь, это же там главная была база, да, в и так далее, а система. То есть, в принципе, они отстраивают конкретно про Азов, если мы говорим с нуля всю ситуацию, mm -hmm. это непросто, но им удается, все хорошо, помогает общество, помогает власть. Помогает и национальная гвардия, где Азов как структура, бригада Азов, поэтому все будет хорошо. Вот буквально в сегодняшнее видео АЗОВа взяли там пленных командиров, пленных русских и так далее. То есть они борются конкретно на на востоке, они они сейчас на фронте. Калина, встреча с ним в Киеве по по, -по, твои, по твоему руководительству. Это просто удивительно, насколько человек не сумасшедший, насколько в нем много внутреннего спокойствия. И я не заметил ненависти у него. Это уникально просто. Ты знаешь, ну, мы, мы с тобой встречались, это была классная встреча. Я тоже под таким, ну украинское языке выражением, да, под, 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 ну это, это просто глыба. Глыба в контексте психологическая стойкость угу. человека который прошел э, Мариуполь, Азовсталь, который прошел э, плен, и сейчас он э, это вожди, я так называю, понимаешь, это вожди, вот такие, когда мы перенесемся когда-то, вот такие, которые ввели э, там, знаешь, там Русичи, там на, на борьбу там, с хазарами, там, или, не знаю, там с, с другими и так далее, с монголами, то есть это сильные... Э, Такие стальные, залезобетонные люди. Mm -hmm. Я это увидел и в Прокопенко, mm -hmm. я это видел и в Белецком, я это увидел в Калине и очень многих. То есть, это гордость, что я имею честь знать таких людей. Mm -hmm. а, ты сказал цифру тогда в Киеве. До сих пор это с трудом верится, но все же ты можешь подтвердить за погибшего украинского солдата какая выплата в течение нескольких там годов? 15 миллионов гривен это ну, грубо говоря 400 тысяч долларов uh -huh. это решение правильное с моей точки зрения это решение зеленского uh -huh. в начале войны и это смерть бойца не можно поменять нельзя поменять ни, ни на какие-то деньги uh -huh. но семья Будет иметь возможность дальше функционировать, учить детей и так далее, это все правильно, в том числе правильно и зарплаты военным. На, на, на первой линии это тоже нет, у меня вообще никаких дискуссий, и в обществе нет. Поэтому э, все правильно. Конечно, есть проблемы там с ресурсами, это все угу. э, там пролонгируется, и так далее. Но это решение абсолютно правильно, потому что каждый, мне так кажется, боец на фронте, он понимает, что если. К сожалению, да, он, да, да. Он, он будет убит, а его семья будет обеспечена. Это большие деньги для Украины. Это может прозвучить цинично в некотором роде, но все же, мне кажется, это как абсолютно мудрое решение. То есть, в худшем случае, если человек гибнет. Эти деньги, они вливаются в экономику. Это звучит цинично, но... Ну, смотри, еще и этот аспект, он очень важен. Смотри, все важное, но главное, что, еще раз говорю, это тоже важно. Психология человека, который стоит сегодня, где-то вот мы сегодня здесь, а он где-то около там Бахмута стоит в блиндаже, да, и ждет атаки русских, он понимает, его семья будет обеспечена. Это важно, это очень важно, поэтому решение правильное. Говоря о блиндаже и, и траншеях, э, перейдем, давай к, к другой теме. Ну, я прямо скажу, мне кажется странным, когда человек такой, такой сильной э, мозговой системы, как Арестович, э, человек, который сделал очень много, на мой взгляд, как психотерапевт нации, он сегодня не имеет проблем постить гламурное фото в то время, когда люди действительно в блиндажах, в, в лужах день и ночь день и ночь день и ночь мне это кажется странным как какой взгляд вообще на Алексея в Украине ну смотри я тоже считаю что в, в начале войны он играл хорошую роль с точки зрения работы с массами это, да. это важно он умеет это это было позитивно он ]ость. в лице тоже герой его конечно все любят. Но, но... А, ну в украине не для всех он герой да, да, да. далеко не для всех вот но последняя история э, и последние месяцы я так понимаю он уже как-то не может себя найти и уже идет куда-то не туда я считаю что это ошибка для него потому что в украине он растрачивает вот этот авторитет mm -hmm. среди тех людей многих которых он имел это точно mm -hmm. это стопроцентно и мне кажется, что ему было бы, чтобы, чтобы кто-то подсказал остановиться в этом контексте. Mm -hmm. Не только вопрос о гламурных фото и так далее, но я тебе скажу, какой вопрос меня как бы интересует. У меня есть коллега в парламенте, yeah. девушка со Львова Наталья Пипа, она шла по Львовской улице и там ребята играли цоя. Русские песни. Да. Она пришла, говорит, слушайте, ну война, mm -hmm. давайте как-то домой там или так далее. И вызвала полицию там, ну и этого там пацана там дали ему там, ну какой-то там, не знаю, ну там что-то небольшое там, ну нельзя это делать, потому что мы говорим о том, что мы боремся против России, mm -hmm. разные моменты. И Арестович подал на нее в суд защищающий там, и так далее манипулирующий вопросом языка и вот мы вышли патриотическая такая часть парламента ну, некоторые да там человек 25 вот на заседание прошедшем поддержать вот нашу нашу коллегу и так далее Слушай ну я считаю что это не та история где нужно вот 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 этом то есть он растрачивает тот авторитет который имел для большинства или для многих украинцев может, он просто смотрит очень стратегически вперед, ибо как бы ты ни смотрел на это, но все же за то, что человек играет ЦОЯ на улице, если ли вообще такой, такая статья? То есть. есть, я понимаю контекст. У конечно. нас есть статья. И как она звучит? То есть, о чем она? Руско русскоговорящий информационный продукт. Понятно. Значит, Слушай, это, значит, это женщина формально была права. Нет, женщина была формально Абсолют, 100% окей, права. Окей. Слушай, ну, еще раз говорю, мы боремся с Россией. То, что я с, понимаю. С того, это, мы это, это мы починаем. Статья есть. И есть там решения местных советов и так далее, в парламентском контексте и так далее. Я не хочу, чтобы на наших улицах шла русская... Да, но говоря, э, я понимаю тебя прекрасно. Все, смотри, формально она была права. Окей, окей. А он играет в, в другую историю. Как я понимаю, он смотрит вперед, нет, 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 и нет, он нет. хочет выглядеть. Позволь мне закончить. Как я вижу его, да. я хочу просто влезть в его голову, потому что там есть где копаться. Есть. То есть это умнейший человек на мой взгляд. И он пытается быть таким, который когда-то все же заступился за право, как ему кажется, и за за common sense. И в этом он в какой-то степени может быть прав. Я думаю, что все об этом говорят другая история. Угу. У нас есть электорат, пост-электорат Янукович. Угу. Он все равно есть, да, да, да. и он уменьшился, но он есть. И есть разговор такой, что Арестович тоже пойдет в политику, Можно, будет, будет да. партия, угу. которая будет работать с этим электоратом, понимаешь? Угу. И вот эти его действия это для этого электората. Угу. Ну, окей, ты можешь делать, что хочешь там с точки зрения каких-то моментов, но э, это будет не восприятие большинства населения, в том числе тех, кто на фронте, в том числе патриотических э, людей и так далее. Понимаешь, то есть, если ты хочешь играть на группу тех, кто поддерживал Россию, но ты можешь перейти непонятно куда, понимаешь? Да, вот да, да, и, да. И, и это не совсем борьба за справедливость и за да. право кого-то там что-то спеть и так далее. Это такие моменты. Угу. Ну, слушай, я не, не уполномочен там говорить, но может быть такое, что завтра будут искать и бить морду бить морду те, кто вчера тебя поддерживал, считал, что ты просто там, не знаю, там информационный бог. К сожалению, ты понимаешь, потому что грань восприятия, ну, она сложная. И это еще хорошо, что подошла девушка и очень аккуратно, да, она замеча сделала замечание и так далее. Могут бить, Завтра кто-то возьмет гранату кинуть. Понимаешь, кто-то приехал из Бахмута, ты понимаешь? Да, все да, 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 Поэтому да. это очень сложная история. Но я считаю, что тут не должно быть никаких компромиссов. Р России в Украине быть не должно. Все. Потому что времена такие, да? Ну, не то, Просто что времена. Потому что ее не должно быть, в принципе, это враг. Угу. Ну слушай, давай так. Британия боролась с немцами. Угу. Был Освард Мосли, Британский союз фашистов. Mm -hmm. Он там симпатизировал туда-сюда. Началась война, что сделал Черчилль? Оп, нет mm -hmm. этой истории. How Он them. помножил How на, на ноль. Все. Да, Все. Да, 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 да то, что поддерживало Германию, mm -hmm. демократические принципы, не демократические. То же самое здесь. Мы боремся с Россией. То же Самое в Америке с э, гражданами японского. Слушай, да, сегодня там <свят> да, да, конц, да, да, да. эти да. лагеря, все, 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 там какие-то, может быть, компенсации. Слушай, если мы хотим бороться, mm -hmm. мы должны биться за свою страну. Еще несколько моментов, что еще сейчас происходит в Украине. Да. Например, я считаю, что это правило несколько недель. Очень жестко служба безопасности действует, например, с адвокатами, которые там говорят, что можно не мобилизироваться, там, mm -hmm. знаешь, вот такая тема, там сотни тысяч просмотров и так mm -hmm. далее. Закрыли. Mm -hmm. Кто-то там, понимаешь, какой-то там качок, mm -hmm. с, э, руководитель спортзала там накинулся на ребят, которые с фронта с, войска, с военкоматов. Mm -hmm. Его взяли и так, знаешь, mm -hmm. хорошо взяли, жестко взяли. У нас идет война, мы ее не выиграем, если мы будем играть сейчас, там в демократические очень такие истории и так далее будем рассказывать, нужно там песни Цоя, потому что Цой, он антисистемный и так далее. Слушай, если хочешь дома, окей, но никто тебе да. не. Если ты выходишь. И есть война в нашей стране, но будь это добр, давай домой и там себе занимайся, тихо закрой окна, никто тебе не полезет. Но если мы говорим о обществе, мы говорим о ребятах, которые с фронта и разные моменты, слушай. И вот Арестович начинает играть в эту историю, понимаешь? Это проблемная история. Для меня, может быть, это будет или уже есть политический оппонент, mm. если он будет занимать вот эту mm. историю дальше. Хорошо. Заканчивая о нем, есть разные спекуляции, он был замечен с Дугиным, и, и это де времена десятилетней, больше, больше Больше, давности. Больше. И он как-то сказал, что-то он работал на, на разведку вашу или контрразведку, то есть это была роль. Насколько это правда или нет? Смотри, первое... Я считаю, что то, что было когда-то, нужно все уже забыть. Mm -hmm. И его, и не только. Его. У нас масса народу когда-то там где-то что сейчас важно, mm -hmm. что делают люди. Yeah. Второе, ну <laughs> я не хочу комментировать, я, но у него столько заявлений о его сотрудничестве с военными силами там. Ты видел, наверное, на этой ролики там в ТикТоке, где он говорил, я там и и летчик, я там, и танкист, и то, и другое, и так далее. Я не знаю. Я не знаю, работал, mm -hmm. не работал. Ну, главное, ну, как бы, знаешь, не перейти в ситуацию, когда тебе большинство населения просто будет тебя воспринимать как клоуна. Из okay. Извини, понимаешь? Okay. Потому что, ну, в этой ситуации в нашей стране нужно отвечать за свои слова okay. и, и держать линию. А okay. когда ты очень много языком, ну, это моя, мое мнение, Туда-сюда, ну, пойми, это все рушится. Для тех, кто тебя поддерживал или был там к хорошо. тебе очень хорошо относился. Довольно о нем. Нас смотрят 315 тысяч. Ну, вот смотри, это просто я вспомнил его коллегу Фегина. Моя жена очень большая поклонница Фегина. Раз уже об этом говорим, кого бы ты порекламировал и сам, кого ты слушаешь, в смысле каждый день вечером скажем о ситуации на фронте и лично я несмотря на то что олег жданов довольно смешно иногда произносит слова не не украинского русского происхождения но все же я я его слушаю что ты можешь об этом рассказать кого ты рекомендовал бы Слушай, я не имею времени, если честно, слушать вот вот это, это все. Uh -huh. Я рекомендую, к сожалению, там не на украинском. У нас есть Тарас Чмут. Тарас Чмут, окей. Это руководитель фонду вернись живым. Это наибольший фонд, uh -huh. который помогает армии. Uh -huh. Он служил морской пехоте там и так далее, и он очень авторитетный парень по и очень четкий и очень реалистичный и без бла-бла-бла. Mm -hmm. О всех вопросах я ему доверяю. Не только я, но миллионы. Да. Плюс есть у нас э, портал, его портал, милитарный. У них постоянно да, есть вот включение о разных вопросах, дажесты, плюс недельные, плюс о разных моментах и так далее. Я им сто процентов доверяю. Я знаю некоторых там ребят, которые работают. это Сто процентов патриотов к ним нет, и они не гонятся за м, понял, за, за аудиторией. Mm -hmm. То есть их тоже много смотрят, но я им доверяю. В принципе, есть субтитры сегодня, да, в Ютубе. То есть, можно, даже если это не на русском языке, и литовским гражданам и другим вот, от них иметь информацию, я им доверяю. Okay. Я конкретно. Mm -hmm. А вот это все каждый день. Это мой мать, моя мать и отец. Вот они могут смотреть, okay. они каждый вечер, там, что, к чему, как, Фегин. Я, к сожалению, и много таких, как я. То есть нет времени на это все. Мне достаточно, что я более-менее понимаю ситуацию. плюс... Сайты, плюс милитарный. Я, если мне нужно, я там углублюсь в какую-то uh -huh. тематику. А в целом мне, вот, я этим ребятам доверяю. Тарас Мут это, с моей точки зрения, Хорошо. номер один. Окей, okay. а все же чаще ты куда идешь? В Твиттер или Телеграм? Ни туда и не сюда. Не туда, и не сюда. Я. Есть у меня такая я политолог, я политик. Да. Каждый вечер у меня есть приблизительно 25 сайтов. Каждый вечер mm -hmm. я прохожу mm -hmm. okay. разные, в том числе Дельфи литовский okay. на русском языке, ну и латвийский, да, и да, да. эстонский, эстонский mm -hmm. для того, чтобы понимать, что что делается в Беларуси, в Балтии, в Молдове, в Грузии okay. и так далее. Перед тем, как мы перейдем к литвинизму, последний вопрос о русских. Мне создается впечатление и оно усиливается только с начала инвазии 22 -го года февраля, что, я смотрю по нашим ватникам, что они делюзионные, в смысле они обитают в этом пропаганде русского мира, и, скажем, первые недели, первые месяцы инвазии, они свято верили, то есть и здесь, и там, свято верили, что Россия уже победила, что все уже закончено, Киев за три дня, и сегодня это тоже продолжается. Я вижу по Твиттеру эти аккаунты из российских, русских. Они так, так, такое впечатление, что они живут в искаженном мире. Ну это понятно. Но все же какая-то информация должна до них достучаться. Но там такая делюзия. И... Ну смотри, я в свое время тоже так просматривал там все эти телеграммы военкоров, стрелков и, и так далее. но они зачистили это поле. Они зачистили mm -hmm. это поле, и, к сожалению, для нас э, та информация, которая шла даже от их идеологических да, э, товарищей типа Стрелкова, но более-менее там объективная, mm -hmm. она уже не, не идет. То да, есть, да, 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 Цензура, пропаганда, плюс там сейчас снова разговоры о блокировке Ютуба и так далее в России. Ну, это общество железного занавеса, и они просто не видят. То есть, что, что подают, mm -hmm. то и есть. Хотя в начале... Большой войны, конечно же, э, ну, они имели много разной информации. да, И мы там пробовали разные инструментарии и так далее. Поэтому... Паук. Паук. Да. Я, Но знаю, маленький. я знаю, что ли, ты любишь да, пауков, да, да. поэтому тут их много. А, поэтому, к сожалению, ну, я думаю, что в этой, в этой ситуации сейчас сложно с этим бороться. Ну, объективно. Угу. Хотя тот, кто хочет... Я, например, читаю Медузу. <связать> можно дискутировать там, но более-менее там, конечно есть Это там такой квазилиберальный их, да? Конечно, да, да Тимченко, которая когда-то там была Лентару, вот <связать> она сидит в Латвии, там тоже скандал с ней, потому <связать> что ее Через программу Pegasus смотрели ее телефон, и это не русские, это кто-то из стран Европейского Союза, скорее всего, и не только ее, а других русских медиа. Ну, она говорит: вот демократия, как же так и так далее. Но я хотел бы, чтобы кто-то ей сказал вот так: типа Девушка, ну ты же русская, и ты имеешь русское медиа, да, русскоязычные. Ну, какая проблема посмотреть, что ты там. Может, агент вот, смотрят. Если тебя еще не закрыли, значит, ты не агент. Не надо там переполошиться. Okay. Да, если это в литовском обществе, если тебя бы кто-то из литовских спецслужб а, через программу «Израильскую Пегасу» смотрел, слушал, ну, это проблема. Да? Но если это кто-то, кто был гражданином или есть гражданином России в Литве там, или в Латвии или в Украине, ну, okay. камон. Литвинизм. Мы с тобой беседовали, имели очень хороший разговор в Киеве об этом. Я тебя э, апдейчу. Сейчас у нас в Литве э, население просто за ночь практически узнала, что это существует, что те милые белорусы, которые любят картофель, оказываются не такие уже милые глазами литовского общества сейчас. И сейчас мы имеем что-то наподобие истерии, но я бы назвал это пробуждением. Но это имеет и очень нехорошие моменты, то есть уже моменты шовинистического образа, когда Литовское общество на, на, на поворотах закидывает, и белорусы, которые действительно нормальные, хорошие люди, они уже их уже начинают вроде бы обижать. Но скажу прямо, не надо было начинать. <laughs> и знаешь ли ты, что в их школах экзамены это просто чистый водолитвинизм, литвинизм? И мы сейчас живем с этим. И у нас около 60, по-моему, тысяч белорусов. Думаю, больше. Думаешь, больше? Да. Знаю, что больше. Только в, только в Вильнюсе около 40 тысяч. И я лично вижу в этом большую проблему, потому что, скажу честно, откровенно, я не верю, что там есть какие-то вообще белорусы. Я думаю, что это русский мир. И только единицы. Это нормальные люди, с которыми можно работать. И нужно работать. Давай так, я чуть-чуть обширнее yeah, об прият, этой теме. Конечно. Но мы с тобой в Украине глубоко это дискутировали. Mm -hmm. Моя позиция такая. Первое. У меня есть своя биографическая история с Беларусью. Mm -hmm. Я сидел в Окрестино 10 суток, yeah. а в 2005 году я был депортирован с невозможностью приехать на 5 лет, потом еще на 5 лет. Я с 20 лет занимаюсь поддержкой белорусской оппозиции, в том числе и до Большой войны разные лагеря, ты понял, да, разные процессы и так далее. Я знаю всех там белорусских оппозиционеров и так далее. Я даже, я тебе скажу, дай мне три, три, недели, я буду разговаривать на белорусском языке. Я вельми люблю белорусскую мову, mm -hmm. она вельми пригожая, вось, но нема практики размовлять по белоруску. Хотя я читаю по белорусскую нашу Ниву, там, Хартию, Радио Свобода и так далее. Это первое, чтобы понимали. Я глубоко, глубоко в тебе. Да. Второй момент: белорусы в Литве угу. — это одна история, угу. ваша история, угу. и белорусы в Украине — это наша история, другая история. Как я воспринимаю, давай сначала по ситуации с белорусами в Украине. У нас есть пол Калиновского. Я максимально помогаю полку Калиновскому в разных направлениях. Там они подтвердят это. Я встречаюсь постоянно. Денис Кит Командир, он мой друг, побратим. Вот мы с ними проехали очень много. То есть я считаю, что когда белорусы приезжают воевать за Украину в Украине, это мои побратимы. И, конечно же, я делаю все возможное, чтобы они имели там лучшее там снаряжение. Разные разные вопросы. Третий момент, если мы о Украине говорим, я противник теории стена. Я за то, чтобы, когда мы выиграем войну, даже не когда, а сейчас уже, мы должны делать инструментарии, чтобы победить Лукашенко, чтобы оттянуть Беларусь от России, чтобы это было нормальное демократическое государство, без всяких там претензий, нюансов и так далее. Это наш интерес, потому что 1100 километров. И это нужно делать не руками украинцев, как кто-то себе думает, да, вот там закончилась война, кто-то так думает. Есть такие, давайте мы там инвазия в Беларусь. Этого, я думаю, не будет, но мы должны помочь белорусам в разный способ сделать так, чтобы власть в Беларуси была демократическая. Это значит для нас убрать угрозу. Угу. Хотя я считаю, что э, ровы, танки и дзоты должны стоять там вечно, ну, с моей точки зрения. Поэтому моя история такая с Беларусью дуже очень простая. Я хочу, чтобы Беларусь была национальным государством, которое будет союзником Украины и Литвы, и Польши в борьбе против русских. Это сложно. Это очень сложно, потому что я начал это все в 2003 году, сейчас 23-е, Лукашенко все равно при власти, сейчас видишь, как все, плюс наступление с стороны Беларуси, они соучастники, они убийцы, Лукашенко убийца, и это однозначно, да, там дискуссия, что это режим, это не... Слушай, ну, Беларусь как, как государство, к сожалению, к этому всему причастно. Что касается вашей ситуации? Тут ну, у меня нет большого люфта комментировать, хотя я глубоко в теме. Если мы выключим камеру, я тебе скажу свое мнение. Как бы я, наверное, поступал как литовский гражданин, потому что у вас есть свои интересы и национальной безопасности, других вопросов и так далее. Это ваша история, да. Я тут могу разговаривать просто как гражданин другого союзнического государства но другого государства. Mm -hmm. Я тебе говорю, как я в Украине поступаю в этом контексте, и э, я буду так поступать. Поэтому э, ну, я считаю, что, конечно же, первый момент. Я хорошо знаком с Зеноном Поздняком. Вот, mm -hmm. И тоже не один, ни одну, ни один час мы с ним дискутировали на разные вопросы, и Я ему тоже откровенно говорил вот не так давно о том, что слушать Зенон Станиславович, ну, ну зачем но... тебе вильно, вильно слушать, о чем мы сегодня говорим, ребята, о каких процессов, когда в Минске русские, да, как, как, когда в Донецке, в Симферополе, в Такмаке, в Мелитополе, о чем мы говорим? О, какая это повестка на сегодняшний день? О чем мы говорим? Это трэш, это маргинальность, я считаю. Вот эти все вопросы, там, поднимание и так далее. С моей точки зрения, я так считаю, белорусам нужно концентрироваться на одном чтобы Украина победила, тогда есть шанс для Беларуси, и концентрация на том, что они могут и в Беларуси, и за Беларуси, за, за границей, же сотни тысяч, как они могут, а, сместить режим, б, сделать так, чтобы после смещения режима не был другой Лукашенко, но уже там с названием, там, я не знаю, Медведев, да, например, и как а, сделать так, чтобы было пон понятно, как трансформировать общество, потому что проблема в Беларуси не только в Лукашенко, не столько в обществе, в трансформации, в национальной идентичности. И я понимаю причины, и мы же откровенно говорим о украинских причинах в Крыму, мы же откровенно, мы же не можем сказать, ну там кто-то, нет, мы, мы имели шанс 91-го года и так далее. То же самое тут, но они будут говорить, что вот с 94-го, но допустили, проголосовали, дали возможность. Может быть, не думали, что будет так, а будет по-другому, потому что тогда он был совсем другой парень, там за демократию, там за колхоз. за, 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 за. Э, слушай, э, нация несет ответственность, Абсолютно. как и наша, Абсолютно, что да. у нас был Янукович. Мы его избрали. Я за него не голосовал, я боролся, там, я ходил с браслетом на ноге. И мог быть, если бы Майдан проиграл, иметь 8 лет за... в тюрьме. Mm -hmm. я, я как бы был под домашним арестом. Это другой вопрос. Поэтому я так разлого да, говорю о том, что я считаю, что литовцы вполне могут избрать какую хотят стратегию работы с белорусами и украинцами тоже. Потому что вчера я был в четырех муниципалитетах ваших, mm -hmm. и я задаю вопрос, ну так отойдет чуть-чуть от Беларуси, как украинцы, как ведут, как ситуация и так далее. Я говорю, давайте откровенно. Ты имеешь в виду ваши живущие здесь? Да-да-да. да. Алкоголь, там. ну понял, то есть переходят… Человеческие ценности. Разные вопросы. Да. И я хочу услышать откровенно, да? более-менее все понятно. Вот и вопрос один, я говорю, вы воспринимаете этих людей, которые принимают решение жить здесь всегда? Или очень долго. Как потенциальных граждан вашей страны. Наверное, так будет. ну А потенциальный гражданин должен знать язык, понимать все, все вопросы. И, 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 и быть украинцем – это нормально. Но адаптироваться в общество литовское. Гражданами. А, гражданами вставать. А те, кто хотят вернуться, окей, ну тоже тоже в этот период, сколько он займет, там, год, месяц, три, пять. Ну, это чуть-чуть другая история, да, все-таки. И мы ждем всех ребят, всех украинцев в Украине. Конечно, есть вопрос там, работы, есть вопрос безопасности, есть вопрос, например, для жителей Бахмута, куда им возвращаться. Нет, куда возвращаться, потому что оккупированной территории, в принципе, ситуация. Это наши вопросы, да? как мы их будем с миром решать, союзниками. То же самое с белорусами. То есть вы с точки зрения ваших национальных интересов, а, ну, играете и должны играть в свою игру, но вы ее играете. Uh -huh. Потому что офис пани Тихановской в Вильнюсе. Я так понимаю, финансирование то и другое там тоже где-то здесь. Там охрана тоже как бы. То есть это было решение вашей власти, что, ну, она не в Киеве, не в Варшаве и так далее. Понимаешь, это тоже игра, и Литва, маленькая Литва как я понимаю, она в этой всей ситуации поднимает свой уровень да, международный решение разных-разных вопросов, украинских, белорусских и так далее. Но на этом все, мой комментарий, потому что внутренние вопросы Литовской Республики, это, конечно же, вопросы Литовской Республики, и я, как политик другого государства, не имею права там говорить о каких-то там ну, вопросах, которые идут глубже. Хотя я их понимаю, и мы с тобой, конечно же, откровенно можем об этом говорить, и это нормально. Отлично. Ну, извини, что я так Не, разлога, это, но... Это вообще все, все хорошо, все хорошо. У нас есть экстримы с одной с другой стороны. Как я и в начале вопроса говорил, некоторые литовцы сорви головы уже тут демонизируют всех белорусов. А с другой стороны у нас есть такие страусы с головой в песку, которые говорят, ну бросьте, там же если там 20 или 25 идиотов с их всей страны, то это еще ничего не значит. Они не знают, насколько это масштабно и насколько это далеко зашло уже. Я повторюсь, это в средних школах, у них экзамены по истории это чистый водолитвинизм. В средних школах где? В Беларуси. В Беларуси. И это очень тектонические сдвиги. Уже много действительно лет. Единственное, я скажу, что по белорусско-украинскому вопросу это не стоит. Вот эта тема, ее нет. Есть другая тема. Что нам делать с Беларуси? Нам, воюющей стране. И на это нет вопроса концептуально в коридорах власти и так далее. Я, кстати, вот встречался три недели назад с полком Калиновского, с да. их командирами, и мы договорились, что будем активнее работать, потому что нужно давать ответ на этот вопрос э, им, для, 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 для бойцов и для тех, кто их поддерживает, для белорусов, потому что это самое большое подразделение военное, да. а нам, для украинцев. Что нам делать с Белоруссией? Okay. Скажи мне откровенно, если можешь. Веришь ли ты в то, что белорусский этнос в достаточном количестве, в смысле критической массы и имеется в природе. Я лично думаю, что нет увы. Нет, я оптимист. Okay. Я верю, что есть. Но он глубоко забит под землю. Okay. Понимаешь, это долгий разговор, если очень коротко. У нас был голодомор которые нас подкосили еще много. Но все-таки Вторая мировая, она, с моей точки зрения, она белорусскую нацию, она очень, знаешь. Статистически земля Беларуси потерпела в номер в смысле один. По потерям номер людским. один. Да. да. И это, конечно, катастрофа, потому что потерпели... Те, кто, кто вставал, ровно, понимаешь? разных там, мы не, не говорим сейчас, кто-то был в партизанах, Армия Краева, кто-то там национальных, а там в, в советской армии мы, мы не об этом. И это очень глубоко забито, понимаешь? Mm -hmm. Но я верю. К сожалению, если ты меня спросишь с другой с точки, такой акцентом, как верю я ли я, что есть возможность без падения Москвы, mm -hmm. нам, вытащить белорусов, помочь. Вот это сложнее. Mm -hmm. Тут у меня оптимизма меньше, понимаешь? Mm -hmm. Потому да, что да. если еще раньше я понимаю, что шансы там были, какие то, с разных моментов, то сейчас вот это, что, что идет, да, mm -hmm. но это сложнее. То есть я считаю, что если бы э, в 2020 году я очень хотел победил бы их Майдан и революция, mm -hmm. Путин ввел бы войска. Реально, ввел бы войска, если бы кто-то сопротивлялся, там было бы тоже бойня, но не такая, как, конечно, там, нас. Я думаю, что это было бы по-другому, и это не значит, что не нужно было делать революцию. Нужно было. Но с этим нужно считаться. Этот фактор, он, он, он важен, к сожалению, и это более пессимистическая история в моем воображении, в аналитике. Давай я твою дудку тоже подую насчет оптимизма. Есть такая прекраснейшая оперная солистка Маргарита Леучук. Я знаю. Белорусская. Она здесь в Вильнюсе, насколько я знаю, она, по-моему, сопрано или меццо сопрано угу. Извините, если я недостаточно услышал. Так, насколько я понимаю, она там в течение считанных недель начала гутарить на белорусском. И она, по-моему, хороший пример того, как человек стал... Белорусом. Я не говорю, что она раньше была русской, но и я очень надеюсь, что она не является литвинистской. Я очень надеюсь, что белорусы будут именно такими, как она. Она очень интересна. Она была вот в, в полке Калиновском, да? приезжала, да, на танке, на не танки, Прекрасно. на бронетранспортере, okay. там и так далее. Я думаю, что нужно пригласить ее на мое место и поразговаривать с ней. Она я хочет... боюсь немного. Она может не знать, как о белорусофобе, но я таким не являюсь, видит бог. Э, смотри, мы. Ты мне с... дашь ее телефон? Хорошо. Дам. Смотри, да, хорошо. Дам. Э, смотри, uh -huh. я думаю, что в этой ситуации у нас э, как бы отличие одно. Я люблю белорусов, я люблю Беларусь за эти 20 лет. И у меня есть много сострадания, понимаешь? Я вижу это, я видел там, я... Я видел тех, кто борется, как их убивали, как их, ну, грубо говоря, насиловали, садили и так далее, и так далее, и так далее. И у этого я вижу эту Беларусь. Она в меньшинстве, но я ее вижу, я знаю. Я, я всю жизнь буду помнить, когда в 2005 году на Чернобыльском шляхе нас, ОМОН, меня туда, тогда депутата городского совета, который поднял украинский флаг на акции, побили, разбили там мне губу и так далее, но я видел моего побратима, который сейчас сидит, который был лидером молодого фронта, Змитер Дашкевич, как его ногами лупили, как его просто кулаками и так далее. А потом мы, мы были в, на Крестина, и, конечно, мы украинцы, там за нас заступился тогда Ющенко и так далее, но я видел, как, как их, как, что такое жить в страхе. Что такое сегодня этому змитеру быть в тюрьме, когда у него трое детей? Его жена моя подруга хорошая Наста Положанка, и ее и ее шантажируют то, что заберут этих детей. Понимаешь? То есть мое восприятие Беларуси mm. через это. Да, да. Я знаю другую Беларусь. Я все это знаю. Я тут могу там, подтвердить очень много всяких пессимистических нюансов и так далее. Но я не ухожу от этой Беларуси, которую я знаю, лучшей Беларуси, мне так кажется, которая борется и боролась, она в меньшинстве, к сожалению. Поэтому я хочу по помочь этой Беларуси. Mm -hmm. Как будет, я помогаю, да? как и те же бойцы полка Калиновского. Слушай, ну это люди, которые приехали, которые умирают за mm -hmm. Украину сегодня, сегодня вот в Клещевке они там и так далее. То есть я уважаю этих людей. Для меня, для меня это Беларусь. Есть и другая Окей, okay. mm -hmm. но ну, я закрываю на это глаза, mm -hmm. закрываю, а концентрируюсь на, на тех людях, которые, которых я уважаю, которые для меня вот-вот-вот э, ну, соправдные белорусы, mm -hmm. знаешь, как это на белорусском языке. Mm -hmm. Я думаю, okay. что это самая красивая нота для окончания нашего разговора. Окей. Okay. Ты не верил, что мы будем беседовать почти два часа. Ты думал, а, 45 минут? Там, или... Я тебе говорил, что это очень за много. Да, вот. да. Но, знаешь, я тебе так скажу. Я в окончании вот двух часов я... Две тезисы хочу сказать. Да. Один о Литве. Три, три как в сказке, давай три. Окей, давай три. Да. Один о Литве, один о мне. Угу. Я публичный политик. Угу. И в том созыве, где я был, да, с 2014 по 2019 год, я, моя пресс-служба подсчитала, я было около 400 эфиров разного характера, угу. понимаешь? Угу. Вот во время войны я минимизировал эту работу э, с медиа с разных причин. Угу. Не, тому, не потому, что мне нет чего сказать, а потому что я считаю, надо работать, есть, есть кому говорить и так да. далее. И вот этот наш эфир за во время войны это главный мой эфир, если честно. Да, как политика, uh -huh. откровенный эфир. Uh -huh. Ну и окей, там я думаю, что много посмотрят, потому что э, есть люди, которые говорят: Игорь, где ты делся uh -huh. и так далее. Я говорю: война, uh -huh. парни. Я помогаю как политик, как депутат, и так далее. Второй мой месседж о Литве. Угу. Знаешь, я всем это говорю, и вчера мы встречались с главой ваших стрелков, тоже это говорил. Ребята, не убаюкайте себя. Угу. Это это очень плохо. Да. Начиная от того, нужно рыть окопы уже от направления Вильнюс-Минска, да, вот этой дороги и там все другое. Не стена от, от мигрантов, а реальные фортификационные сооружения, и пусть они не на дороге, а пусть они там будут в лесу. А сейчас дискуссия, ну вот, вот, вот там немецкая бригада, понял, там mm, НАТО да, да, и да. так далее. Ребята, Путин ⁇ это дьявол. И никакое НАТО вас не убережет, если вы сами себя не убережете. Есть процессы, да, вот по, по тех же стрелках, mm -hmm. стрелки до войны, как отношения, деньги, все, 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 все. И сейчас и это вот мои друзья, я говорил Паулюс там и Лавринас и так далее, они тоже промоутеры этой ситуации. Не убаюкивайте себя, mm -hmm. -э готовьтесь. Если это не нужно будет для вас всех, окей. Так все равно дешево. Но слушайте, на дешево. экономить на обороне нельзя. А. Почему? Потому что мы уже много экономили, понимаешь. Да, да. И третий месседж тоже такой. Я хочу, чтобы литовцы ехали в Украину. А. Понимаешь, и ехали не только на фронт чтобы вы чтобы между украинцами и литовцами Были простые люд, люд, людские отношения это лучше всего и вот за это время например я открыл для украинцев сотни литовцев понимаешь потому что ну все-таки мы как бы в чуть-чуть в другом измерении в последние вот эти 30 лет и дальше потому что вот нужно открывать я считаю вот даже ты да Проехался, ты увидел по-другому, наверное, Украину. Да? А мы ехали. Ты, ты знаешь, как мы едем, мы не формализировано. У нас две машины, мы пошпарили. На мы 160. Там, да. да, по 160. мы едем в рамках правил и так далее. Ну, где-то там, если очень. Это мы, а ты догнал нас Да, 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 да. Но. Я хотел бы, чтобы литовцы ехали, и потому вот вчера, когда мне говорят, ну я вот глава парлам... извини, глава группы дружбы в парламенте, да -да. Извини, еду там в маленькие муниципалитеты там и договариваюсь, это очень важно, mm -hmm. чтобы мы вот эта ситуация, чтобы она скрепливалась, понимаешь, снизу и журналисты, и политики, и бизнесмены и так далее, и вы не боитесь, нужно ехать. Mm -hmm. Нужно, чтобы мы друж... дружественные отношения имели на очень-очень долгий период, потому что эта история надолго mm. с Россией. Я тебе благодарен за этот откровенный разговор. А тебя еще я больше говорил больше. о том, что все вопросы, которые тебя mm. интересуют, они были вот там разные острые. Я готов. Ну, может быть, где-то я там промолчу, конечно же, mm. как политик, но, конечно, разговор такой серьезный и глубокий. Спасибо. Спасибо тебе. Спасибо всем, кто смотрел. Держись.